Не понял. А вы-то что делаете? Тс, а то спугнешь! Попался, ворюга! Ай! Эй! Я ничего не крал! Это моя конфета! Не ты, а злыдень ваш пернатый! Он у меня письма таскает! Попрошу нашу птичку не обзывать! Вот именно! И вообще, какие ваши, эти, доказательства? А нечего тут доказывать! Я его с поличным поймал! Дядя Печкин, подождите! Съешьте конфетку! А мы сейчас во всем разберемся! Вы у меня одними конфетками не отделаетесь. Говори, куда остальные письма девал? Давайте посмотрим в тайнике у Галчонка. Уверен, что писем там нет, и вы поймете, что он не вор. Ну вот видите, наш Галчонок только блестяшки собирает. Вы, товарищ Печкин, лучше на своей почте письма поищите, прежде чем других обвинять. И от работы отвлекать. Пойдем, Шарик, в отличие от некоторых у нас дел полно. У меня тоже дел полно. Вот как слезу сейчас, как вызову полицию. И пусть она с вашим пернатым разбирается. Дядя Печкин, не надо полицию. Я сам это дело расследую и докажу, что Галчонок не виноват. Ага. Ладно, расследовать будем под моим контролем. Договорились. Можно я еще раз письмо посмотрю? Так, конверт обыкновенный, мятый. Угу. С одной стороны следы от зубов. Вот до чего прогресс дошел. Птицы уже вставными челюстями стали пользоваться. Нет, дядя Печкин, челюсть тут настоящая. Гаврюша, Гаврюшенечник, отдай! А что это вы тут делаете? Пришли проверить одну версию. А ну, говори, рогатая, куда мои письма спрятала? Да вы с ума сошли, откуда у коров могут быть письма? Откуда, откуда? От верблюда! Доказательства имеем. Дядя Печкин, это не Мурка. Конечно, не Мурка, она у меня корова умная. Что попало, есть не будет. Не то, что этот Гаврюша, ой... Рогатый младший. Я так и знал, что это сговор. Матроскин, откуда все эти письма? В одиночку такое дело не провернуть. Все продумали. Ну, хитрецы. Ну, хорошо, я их тут нашел и решил спрятать, чтобы моего Гаврюшу в краже не обвинили. Я же говорю, банда. Рогатый вор, а полосатый соучастник. Гаврюша не вор, он честный теленок. Погодите, кажется, я нашел новую зацепку. Еще теплая. Цвет совпадает. Все с вами ясно, вы все в сговоре, а Шарик у вас главный бандит. Ага! А? Ты разоблачен, блохастый жулик! Отдавай мои письма! Письма? Какие такие письма? Да вот те, что ты в печке прячешь! Шарик, откуда они у тебя? Их возле дома нашел. Но Галчонок не виноват. Я это носом чую. Тогда у тебя насморк! Птичка твоя попалась с поличным, а ты письма нашел, но не вернул! Считай, украл! Ошибаетесь, дядя Печкин. Я знаю, кто настоящий преступник. Чтобы назвать имя преступника, я должен провести следственный эксперимент. Дядя Печкин, поможете? Эх, ничего без меня не могут. Положите это в свою сумку, пожалуйста. Ага, дудки! Я взяток не беру. Это не взятка, а часть эксперимента. Ладно, но вы все свидетели, что это против моей воли. Элементарно, дядя Печкин. Преступник это вы. Я?
Вы сами все письма растеряли, пока гонялись за Голчонком. Ого, дядь Федор, а ты настоящий детектив? Сбирка? Откуда? По инструкции не полагается. Зато по инструкции, когда кто-то не прав, то он обычно извиняется. А мне покамест извиняться не за что. Неизвестно, откуда дырка взялась. Мы еще разберемся. Сразу вернем или подождем, пока извинится? О, а это тебе, Матроскин. Счет за электричество. Держи. Верните ребенка на землю. Да! Ой! Как это остановить? А еще лучше сломать. Сейчас я его усилю. Прогрессивная вы все-таки женщина, Маргарита Егоровна. Экстремальным спортом увлекаетесь. Я вот тоже по молодости о мотоцикле мечтал. Так, штуковину эту разобрать. Нет! А во что тогда Вера Павловна играть будет? Мальчик мой, вся жизнь игра. Вот вы сегодня играете в кашу и дневной сон, а я в тишину, покой и арт-терапию. А Вера Павловна играет в «Нарисуй свою мечту». И нарисованное у нее непременно сбудется. И вот еще, где есть мотоцикл, нет меня. У нас на почте такие детали пользу принесли бы. Ими клумбу можно украсить. А у нас теперь ржаветь будут из-за Мегеровны. Да. О! Я у Тама. Дядя Печкин, а давайте мы вам мотоцикл сделаем. А что? Бывает почта морская, бывает авиационная, а у нас мотопочта будет. Позвольте увести вас в закат. Да сгиньте вы, Игорь Иванович. Ой, что это Мегеровны с утра не видать? Никто бутерброд изо рта не вытаскивает. Она вон цветочки за сараем рисует. Нервы успокаивает. Маргарита Егоровна, вам доставка мотопочты. Ой, дожить бы до выходных. Наша почта 7 дней в неделю работает. Распишитесь, пожалуйста. Да я отказываюсь от услуг такой почты. А я приветствую услуги такой почты. Примите посылку, товарищ Печкин. Ну, скорее возвращайтесь и катайтесь здесь туда-сюда.
Не может почта бесцельно туда-сюда кататься. Я дома. Их устами младенца глаголит истина. Берите новую высоту. Ой. Все, меня хватит. Давай, дядя Федор, еще чуть-чуть осталось. Это вы, Маргарита Егоровна, вверх тамашками? Или ай, я? От вашего мотоцикла вся жизнь кверх тормашками. Но теперь все снова по-старому будет. По-старому это хорошо. От этой мотоскорости я совсем голову потерял. Такой темп нашей почте противопоказан. Игорь Иванович, пойдемте выпьем за это чаю. А детальки собрать? Да сделать из них что-нибудь полезное. Какая теперь тишина в Простоквашино. Целебная. Того-того. Кто там? Что нужно? Шарик, это и есть твое важное дело? А кто мне обещал грядки вскопать? А я, между прочим, в конкурсе участвую. За видео редкого бобра ценный приз полагается. Шарик, тебя ждет не бобр, а лопата. Она лежит на грядке и... вся сияет! Ура! Сюрприз! Вы купили новую машину! И сразу же к вам! Хороший агрегат! Дорогая, наверное. Вот бы и мне такую! И не жалко? По нашему-то бездорожью! Ну, мама срочно захотела в речке искупаться. Ура! Купаться! Сейчас. Только сигнализацию включу. Да не волнуйтесь, мы с Шариком за ней присмотрим. Нам еще грядки вскопать надо, да, Шарик? Эх, вот бы машины бензин давали, как коровы молоко. А то некоторые только проблемы давать умеют. Шарик, ну что ты опять придумал? Ничего ты не понимаешь. Наши предки... испокон веков так землю обрабатывали. Твои предки по лесам за белками бегали. Гаврюша, вперед! Гаврюша, топор! Тоже мне кулибин колхозный. За сломанный инвентарь вычту из твоей зарплаты. У меня зарплата есть. А чё это я её ни разу не получал, а? Да потому что от тебя расходов больше, чем... Мне кажется, или чего-то не хватает.
машину, видишь? Нет машины. А родители там? Может, ее папа забрал? Так, Вера Павловна там и здесь. И мама с папой тоже. А дядя Федор? И дядя Федор здесь. Что-то я не понял. Значит, точно угнали. Неудивительно! Последняя модель. Как официальное лицо, начинаю допрос свидетелей. То есть вы утверждаете, что в момент кражи катались на теленке по кличке Гаврюша? Получается так. Ага. А это мы сейчас проверим. Подозреваемого Гаврюшу я уже допросил. Так, здесь ничего. Молчит наш Гаврюша. Продолжим. Посторонних на территории не видели? Видели. Отлично. Диктуйте фамилии, я записываю. Печкин. Печкин. Фамилия знакомая, быстро найдем. И что, посторонние были? Нет, вы один. Я? Это что же получается? Я единственный подозреваемый. По инструкции, главный подозреваемый должен быть задержан до приезда представителей власти. А я их уже вызвал. Матроскин, ты скажешь. Машину нашел! А мы ее и не теряли. Я бобрак зубному возил. Мне папа разрешил. Ну, раз все в сборе, пойдемте пить чай. А Печкин как же? Да ничего, мы ему завтра все расскажем. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный у него орел молодой. А ну стой, Валюга! Я твой фоторобот! Почтой по всем отделениям почты разошлю! О, темноту дали! Многоуважаемая... Нет, не так. Несравненная. Позвольте пригласить нас, то есть вас, на эту, как ее, дискотеку. Сегодня вечером в 6:00. Товарищ Печкин, я свою корову на дискотеку не пущу. Вы ей все ноги отдавите. Сдалась мне ваша корова. Я Маргариту Егоровну пригласить хочу. Сегодня ровно год, как она приехала к нам простоквашина. А вот она! Шарик, я просила пляжное полотенце, а это банное. А какая разница? Маргарита Егоровна, позвольте! Не позволю. Я давно на шезлонге должна лежать, а я почему-то тут стою. Шарик, принесешь полотенце на речку? Да побыстрее! Да, наша няня дама непростая. К ней особый подход нужен. Какой поход? Я и так каждый день в походы хожу. Почтовые. Да не поход, а подход. Вам бы, товарищ Печкин, имидж сменить. Еще чего? Сплюнь! Эх, чего не сделаешь ради Маргариты Егоровны. Ой.
Нет, все-таки чего-то не хватает. Товарищ Печкин, а куда это вы такой модный? На дискотеку с Маргаритой Егоровной. Вы что, танцевать умеете? Да я вальс-бастон лучше всех танцую. На сельском конкурсе первое место взял за танец с бандеролью. Ай, товарищ Печкин, так уже давно никто не танцует. Смотрите, как надо. Я так дергался, когда электрощиток с почтовым ящиком перепутал. Ничего не понимаете. В интернете сейчас все так танцуют. А вдруг наша няня тоже современные танцы любит? Ух. Ай, ладно. Инструкция к этому танцу имеется? А вы просто за мной повторяйте. Видишь, как его колбасит. Колбасит? Да, над речью тоже придется поработать, дядя Печкин. Марго, хватит агриться. Гур! Флексить. Игорь Иванович, вы хорошо себя чувствуете? Лучше, чем всегда, а всегда чики-пуки. Так что, Маргарита Егоровна, пойдете со мной? Куда вам идти? Вам лежать надо. Стойте здесь, я за мазью. Отпустила. Погодите, Маргарита Егоровна отказала мне? Дядя Печкин, не сдавайтесь. Может, вам рыб зачитать? Или... А давайте мы Мигеровну украдем, а вы ее потом спасете. Или уши вам покрасим. Очень они у вас серые. Ни одной полоски. Все, с меня хватит. Если Марго со мной на дискотеку идти не хочет, то и не надо. То есть это вы меня так на дискотеку приглашали, да? Ну, в общем, да. Ну, приглашайте. Только без этих ваших, вот этих вот. Маргарита Егоровна, позвольте. Позволяю. Идемте уже танцевать, Игорь Иванович. Ой, мои билеты. Спокойно. Я знаю, что делать. После 11 шуметь не положено.